Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. В апреле начинается нерест у полосатого хищника, а это значит, что преднерестовый жор у него выпадает именно на март. Весь месяц клев окуня будет стабильным и активным. Ловит его по последнему льду на мормышке с подсадкой мотыля или опарыша и даже без. Также на поплавочную снасть, балансиры, блесны, твистеры, резину и так далее. Поискать полосатого в это время стоит вдоль береговой линии, возле камыша или рогоза, иногда чуть поодаль, буквально пару метров. Также обловите торчащие ветки из-под льда. Перспективными станут точки возле людских сооружений, такие как сваи мостов и около дамб. Также стоит поискать в местах впадения ручьев и подводных ключей. Одна из классических проводок по окуню на чертика и блесну – это монотонное повторение резких размахов кистью руки вверх и вниз на 15-20 см. Пауза после опускания. По последнему льду окунь не прочь полакомиться мясными продуктами, поэтому подсаживайте мотыля, опарыша или даже червя. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!